Ленинское шоссе, на подъезде к Королеву, тир, калибр. Сейчас идем снимать про винтовки FX. Итак, сегодня нас посетили представители магазина охотника.нет и представили вот два прекрасных образца пневматики. Как видите, они привезли две прекрасные винтовки, пригодные как для спортивной стрельбы, так и для первоначального обучения, поскольку эти винтовки обеспечивают достаточно точную стрельбу. Винтовки разнообразных калибров от 4,5 мм до большого калибра, достаточно большого калибра для стрельбы из пневматики, калибр 7,62. Всем привет! Сегодня охотник.нет в тире калибр. Мы будем снимать шведские винтовки FX. Начнем мы с FX Impact. Impact X. Новая модель. Сейчас я вам ее покажу, расскажу, чем отличается. Вот как мы видим ее комплектацию. Пули. Ну, отсеки уже и были у обычных импактов. То есть как бы 4 баночки можно уместить. Здесь у нас разного калибра. Вот. И что мы видим? Сразу это вот модератор теперь такой. Он отдельный. Раньше у импакта он был телескопический, то есть выдвижной и цельный. Ничего не надо было разбирать. Вы, соответственно, кладете винтовку в кейс и со сложным модератором, и все у вас готово. Здесь же такой системы нет. Здесь у вас отдельный модератор. Возможно, это кому-то покажется минусом, но на самом деле модераторы у винтовок Impact X глушат звук лучше, чем у, соответственно, обычной дорестайлинговой модели Impact. Вот. По корпусу, в принципе, особых изменений нет. Самое главное изменение коснулось нового ствола от FX, Smooth Twist, гладкотвистовый. Теперь он не только 30% его объема заполнено фирменными нарезами от фирмы FX, а полностью ствол у нас, соответственно, теперь выполнен в виде как раз твиста. Вот. Smooth Twist X. Это новая разработка FX. Насколько она точно стреляет, FX заверяет, что очень здорово, очень хорошо, кучность получается еще лучше. Вот. Ну, мы сегодня в тире калибр это проверим. Для начала мы эту винтовку заправим. Сейчас наш фирменный портативный компрессор, который мы всегда, в принципе, используем, чтобы заправлять нашу винтовку. Вот, все готово. Напомню, там 150 атмосфер уже есть. Наша цель — заправить ее до 250. Вентиляторы заработали. Вот нам потребовалось около 4 минут, чтобы заправить FX Impact с колбой 0,48 со 150 до 250 бар. То есть максимально, на что рассчитан этот резервуар. Проверочное давление, конечно, у него гораздо больше, но рабочее, и которое рекомендует производитель, максимальное 250 бар. Больше мы не будем делать ничего. Температура на компрессоре не поднималась свыше 35 градусов, вот, что очень здорово. Это означает, что все работает отлично. И, соответственно, сейчас все мы отсоединим. Отсоединим родной переходничок импакта. Кстати, хочу сравнить Impact с новой моделью Crown. Сейчас я возьму их в руки, сравним по длине с разложенным, соответственно, модератором. Это будет честно, потому что у Impact он уже прикручен. Вот самые передовые винтовки. Видите, насколько она длиннее с разложенным модератором? Я думаю, так будет лучше видно. Вот мне лично Crown больше нравится, потому что были симпатии к боссу. Impact такая тактическая винтовка. Вот, с возможностью установки
всякого дополнительного оборудования. У Крауна все попроще. Вот, но винтовка просто супер. Вот, стоит она, кстати, немножко подешевле, чем Impact. Но про нее мы расскажем отдельно. Сейчас речь об Impact. Сейчас мы, кстати, устанавливаем прицел. Hawk Vintage. Ну вот мы сейчас пристреляли на Impact прицел Hawk с кратностью 24. Вот кучность у этой винтовки просто сумасшедшая. Прекрасно. Это не лучший результат. В принципе, прицел Hawk очень хороший. Вот, но, честно говоря, точно прям по бумаге стрелять с кратностью 24 на 100 метров маловато. Поэтому рассматривайте прицелы Sidewinder Hawk с кратностью до 32 и более. Сейчас установили лазерный прицел дальнего действия и ночного видения фирмы БСА. ND3 на 40 Sub-Zero, кстати, который работает в мороз, на оптический прицел. Напоминаем, у нас винтовка, соответственно, FX Impact X, это рестайлинговая модель. Отличие у нас — это модератор теперь не телескопический, который туда-сюда ходит, а разборный. Он стал тише. Вот. Но минус, конечно, в том, что как она есть с таким модератором, вы ее в кейс не положите, приходится его откручивать. Вот. Также у нас есть, соответственно, ствол новый, Smooth Twist X, то есть у нас закругленные фирменные шведские нарезы идут теперь не в конце, а по всему стволу. Увеличилась точность, увеличилась, соответственно, ресурс ствола. Вот. Ну, Impact и так были крутые винтовки, а теперь они стали еще круче. Сделайте себе новогодний подарок, купите себе Impact в Охотник.нет.